все отлично. А то обычно все в каком-то негативе, и особенно в интернете как-то так получается. Так, куда едешь? Да вот мне куда-то муж везет, на самом деле везет меня домой к детям, пока дети спали. Нужно было отъехать, купить продукты. Вот, привет из Карелии, привет, куда едешь, Манечка, еду домой к деткам. Веселая, ну не сказала бы, что веселая, такая на спокойной волне. Вот, привет мужу, муж, привет. А что делала сегодня? Ой, сегодня была с детками. А скоро поеду судить Евровидение, которое сегодня будет в 21:30, по-моему. Или точно, я не знаю, просто мы собираемся чуть пораньше. Обещаю судить честно, беспристрастно. Но я уже видела репетицию, открою вам секрет, что, конечно, мы будем все болеть за Мишу, хотя, на мой взгляд, песня подобрана не совсем правильно. Она не раскрывает всего потенциала Миши, он, безусловно, очень хорошо двигается, очень артистичный. Ты куришь? Нет, не курю, категорически против курения. Вот. То есть он в этой песне себя не раскрывает весь свой потенциал. От этого я считаю, что... А все-таки Евровидение — это конкурс песни. На мой взгляд, самая такая яркая песня, яркое ее исполнение у Армении. Поэтому Армении, если кто-то меня сейчас смотрит из Армении, привет и вам удачи, и, конечно, нашему Мише удачи, победы. Вот, но я буду судить честно при этом. Но Россию мы не можем судить, поэтому вот такие.